мы очень внимательно изучаем опыт Чувашии, и наши специалисты часто бывают у вас, значит, и смотрят, как здесь организовано. Потому что традиционно Чувашия и, значит, ну, является как бы одним из лидеров среди регионов по организации медицинской помощи. И раньше это было, особенно в последнее время. Прежде всего, по, значит, организации первичной медицинской помощи, начиная с ФАПа и районной организации, районных больниц. Это во-первых. И во-вторых, по организации высокотехнологичной медицинской помощи. По травматологии центр. И этими центрами пользуются жители нашего региона, нашей республики. И это организации здесь, в Чувашии, очень на высоком уровне.